А перед началом этого видео я хотел бы порекомендовать вам группу ВКонтакте, которая называется «Прокачка Декстера». Здесь вам прокачают вашего персонажа в игре GTA Online на любой платформе. Прокачка опробована личными хакером, так что ищите ссылку в описании под видео, смело подписывайтесь на группу и прокачивайте ваших перцев по полной. Всем привет, дорогие друзья, с вами Quantum Coffee White, не хакер и Хелдор. Всем привет. Привет. Вы чё, дурак? Я внутри этой хрени коричневый заспавнился. Нитро работает. Вы чё, дураки, внутри? Нитро работает. Квантум, сучонок. Я уже на вторую позицию ворвался. Так, я уже успел упасть, короче. Кто еще упал? Это знаете, что похоже? Ты меня похоже на аттракционы такие детские, знаете? Все стоят, влупились. Какого хрена? Я-то чё? Не платит за страховку. Так, ладно. Очередь рассосалась. Вот ты проехал вперед или нет? Ну, блин, я упал! А я-то чё? Я ничего не сделал тебе. Езжайте, козлы, не тормозитесь, не персни покушайте. Ой, спавн. Что за спавн такой? Меня просто вниз кидают. Охренеть, я на боку качусь. What the fuck? Нет, я перевернулся. Козлы. Да, бесит. Капец, я не в ту сторону развернут. Хелдор, пошел вон. Они не прут, эти штуки еще, они не прут. Нет! Это было страшно. Ай-яй-яй-яй-яй. Как так можно было упасть? Летели. Она не едет в горочку. Она приедет, прийти, я почти до чекпоинта долетел. Кофе, по-моему, это слишком дикая гонка. Нормально, я. Не знаю, я чек. Охренеть. Что-то кидал, типа... Ооо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 
я появился на краю и сразу упал. Ты, короче, сейчас так много раз будешь появляться. Охренеть. Серьезно? Слишком потроптан. А я когда-нибудь появлюсь нормально? Так тебе и надо. Проехать не могу тебя. Какого? Охренеть. Просто. Паскуда, кикните этого чувачка. Данила. Он не песен. Данил? Который Quantum Games? Да. Нет. Да розовый на гамагейском, блин, тракторе запарил. Скиньте его нафиг, пожалуйста. Гамагейский? Розовый, что ли? Да кикните, Данила 1801, он бесит. Я не могу проехать из-за него. Я седьмой. Паскуда, я сейчас подключу гарнитуру и... Поругаю его. Что он с тобой делает? Я сейчас реально подключу гарнитуру, у меня уже накипело просто немножко. Ах ты, сука, кто это сделал? Оп, отлично! А, давай, чуть-чуть, так, так. Зато мы его вытолкнули! Вытолкнули! За спор про это! А, да чтоб тебя, тут нельзя вообще раскоряться! Он упал, поехали, пацаны, поехали! Отлично, отлично, отлично! Вниз летим, прям самый вниз, блин, а я надеюсь, я на колеса приземлюсь. Ага, да, конечно. Да, супер. Гонка, конечно, шикарная, шикарная гонка. Кофе, ты какой едешь? Я пятый, по-моему. Данек, подтолкнись меня. Нет, это не та гонка. Это, блин, что такое? Ты вообще... Остановите запись, пожалуйста, окей? Ёбаный ты, Данил, сучка. Пизда, Данил. Данила, педрила, убери свое говно с дороги, падла, я тебе заплатил. Нет, не уберу. Я выкину с гонки, падла. Ты так залагал еще странно. Оу, 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 ноу, ноу, мазафака, нет. Я его столкнул. Я должен собрать чекпоинт. Нет, я не дотягиваюсь до него головой. Нет, не толки, не сталкивай меня, спасибо. Подтолкни. Падла, ты халтур.
Что там? Да ёбаный конь! Какой да я взорвался. Любой конь. Данёк, нет, не слетай, не слетай! Лучше конь, чем эта машина. Да, лучше реально конь, я лучше пешком. Данёк, подтолкни меня, я падаю вниз. Чёрт, я на ручнике стою. Оу! 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 Ноо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 . Блять, тут еще и трафик. Я сейчас вылезу, их ебало расхерачить. Вот это бом-бом. Бум, мадафака. Я же говорю, GTA надо ставить, чтобы ты пос... Блять, я его к машине привяжу, блять, к BMW. О, еще и по встречке ехать на этой херне. А, тут финиш, что ли? Уже финишировали все, оказывается? Нет? Да. Что это? Пасхалка. Сто пудов по всему городу такие штуки стоят. Что это? Не пасхалка. Никто не обращал внимания. Что это вот такое? Неопознанный лежащий объект. НЛО. Рядом коробка, на которой бомж спал. Это ночник, короче, я все понял. Ночник. А, вот еще одна такая же хуйня. Это, короче, бомжатская тема, все понятно. Последние нанотехнологии. Hello, guys, with you, Quantum Helldor, блин, Мехакер, and Bale, и мы сегодня гоняться будем, вот. Твой английский настолько ужасен, то, что мы уже чуть не взорвались. No, no, it's perfect. Perfect. It's perfect. Я не говорил перфект, иди в жопу. Перфект, лаунгвич. Лалка, ты кого-то... Ааа, beautiful English, сука! Михухер! Я... Илая, сука! Халдор, я для тебя смех пиздатый записал, а ты... Ненавижу тебя, шлюха! Ты мехакера с дороги скинул. Кто на какой позиции? Шлюха! Вот потом верь всяким халдорам. Да-да-да, 13-й я. Кто-то там на старте стоит. Твою! Хорош, кого-то развернул. Ты был первым, да? Да, ну, ого, то чувак улетел из-за столба. Все поулетали, в общем. Так. Я еду. Да. Какой у тебя цвет машины, чтоб я сразу увидел, кого сталкивать с... У меня беленький. У меня беленькая машинка такая, прикольненькая. Надо Базентор набрать, она более пруще. А это... ДЦП. ДЦП. Да, ДЦП. Потише, потише, будьте. Не, Михаил, если ты будешь издавать такие звуки, машина быстрее не поедет. Это однозначно. Блин. Да ты... Петрила красная. А в жизни помогает. Что помогает в жизни? Ну, я еду как-то раз по нашему шоссе Кемерово, Красноярск. Херакс, короче. Менты пристраиваются сбоку такие. Мигалками, короче, там, мэк-мэк-мэк, прижмитесь к обочине, там что-то свое такое. Я такой им в окно. Они отстали. Так, я пока пятый. Вот педики бесят бортоваться, блин. Педики нормально. В смысле, да, бесят. Кто-то улетел, кто-то Халдор. Ах ты паскудный. Я так... Блядь, ты куда? Квантум лох. Плюс один. Да я шучу. Ты чё, блин, лошара? Воу, я далеко улетел. Нет, тут ещё на нас менты накинулись. Не, ребята, ну нахрена бортоваться? Ну что вы за дебилы-то такие? Зачем вы это делаете? Да, это в натуре пипец какой-то. В прокуратуре! Отойди от меня, Саша! Саша, белый что ли? Вы чё, Михаил? Не, походу голубой, блядь! Сука! Голубой, блядь, точно голубой! Сыщ! Малыш! Меру потребляй, гашиш! Кто еще? Сука! 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 Это еще кто? Военные приехали! На бобиках, на джипиках! Ааа! Чё вам надо от меня, мусорей, бани? Понаехали в нашу белокаменную! Колёса мне прокололи, уёбки! Мне тоже, лол! Бля, серьёзно?
Они меня расстреливают. ДТП, ДТП. В натуре, блять, мне надо тачку починить срочно. Мне тоже. Это адская гонка, ехали, стартовались козлы, догоняли после... Ёб твою. Чё ты их до хрена прям совсем, очень. У меня машина просто на дыбы поднимается. И хукер только на каком месте? Сам ты Михукер. Нет, я ты холдо, а ты Михукер. Михакер, ты здесь восьмой уже. А куда ехать-то, куда ехать-то, сука? А куда ехать? Я на военной базе заблудился. Какая же беда. Где я потерялся? Где-то должен быть проход. Так, еще не поехал. А, вот он, сзади. Я-то знаю, где проход, но я вам не скажу. Я уже нашел. А я нет. Ребят. Там надо объехать военную базу. Ребята. Так, да, я нашел проезд, я... Вроде я что, опять колеса? Нет, это не то. Вы, блядь, шутите нахуй! Как? Они стреляют точно по колесам! Да, я нашел четко! Четко нашел? И где да. он? Четко? И где проход-то? Говорят, четко. А он, короче, вот он, ебать. В углу, там это, в углу военной базы. Сука, вот мне опять все прокололи! Скоты вообще невозможно ехать. Пидоры! Возможные! Пидрилы! Ты так сексуально сказал. Я могу еще секс. Ну, конечно же, у меня не прогрузился трамплин, и я поехал не туда. Ну, так бывает, ребята. Питрилы! Так, я был восьмой. Так. Саня, ты какой едешь? Я восьмой. Все, не будешь ты восьмым больше, потому что я сзади тебя. Нет. Fuck you! Fuck you! Таки военные. Ай, блядь. Оказывается, можно было тупо забор пробить, блядь. В натуре. Забор пробил? О, Хелдор, я тебя обогнал. Да мне потому что колеса вздолбанные побили. Да и не только колеса. Что еще? Ох, нихрена там! Два самолета полицейских ДЦПшных! Ой, вот тут надо было разгоняться. Там вообще-то не самолеты, то вертолеты были. Так я и говорю, два вертолета ДЦПшных друг другом схлестнулись в битве. Тут теперь за мной военный! Меня военные бортуют, какого чёрта? Ого! Такая же хуйня, братан! Они меня бортуют! Бортуют! Бортуем! Сегодня мы тебя бортуем! Это самая адская, самая вакханальная, по-моему, гонка. На шашлычок тебя нашинкуем. Ох, не фух! Вот это поворот! Откуда тут взялся мост? И будем кушать под вино. Ты посмотри, сколько там картонов под... Ой, откуда машина взялась? Бобик ментовской, откуда тут взялся? Ой, блин, за мной спецотряд, эти сука... Оу! Вы чё развернулись-то, ублюдки? Езжайте себе, блядь, по своим делам, ебанафи. Так, а чё, Ластер, можно позвонить? Я ещё с таким звуком... Блядь, опять прокололи колесо. Юмористы, ебаные! Нихуя, десант за мной приехал! Я тебе говорю, тут еду офигеваю, это кордоны ментовские по дороге. Охуевает он. Падал, Лестер не... Нет, не... Лестер не Лестер? Лестер не делает. Я есть охуевает он! Полицейщин яйцен крутен! Уроки англии... Уроки немецкого языка от Микакера. Пошил нахуй! Блядь! Уёбать, сука! Моё любимое колесо! Это было моё любимое колесо. Левое заднее. Заднее колесо левое? Чё я вам сделал, подумаешь? Десятый еду. Я даже не первый. Вы вообще в пизду идите! Они сейчас стоят прям на точках, на этих точках, на чекпоинтах. Да. Долбаные. Сука, опять колесо, блядь, я проехал чекпоинт из-за этого. Ну как так можно? Вот тут, блядь! Ты слышишь, в тюрьму заезжать надо, я в тюрьму заезжаю. Это не полиция, это пиздец какой-то. Я по-любому. А как же суд, блядь? Без суда и следствия. Без... Вот что такое без суда и... А тут... тут произвол, вариант, блядь, полицейский! Вообще не вариант, мне опять пробили колесо. Я, сука, 100 раз уже появлялся. 12-й. Произвол мусорской! Нахер от меня иди... Чё с моей камерой?
Я седьмой же стал, круто. А что там далеко? Менты своих давят, нормально. Пошел в пизду! Своих дави, блять, как давил! Привет! Я проехать не могу, мне джипы мешают. О, у меня дуранят сзади. Пробить ты, иди ты лесом отсюда. О, я восьмой. Я тебя затол... Хрючка! Я твой... О, опять пробили, суки! Ехать. Ой. Я в ментов заехал прям. Спасибо, Квантум. Я, походу, по невидимой ленте, блять, проехал. С менты, шипами. Сука, въезд на трамплин перегородили, я заехать не могу, пошли в жопу, гнилые это, твари. Это Кирилл из вчерашней гонки. Да, реально, тут менты перегородили свой въезд, я не могу на трамплин. Нихера не лагают! Телепорта, телепорта, телепорта. Пошли в очко, гнилые твари. Бля, менты лагают. Они поставили своих обоссанных джипов сюда, и никто, сука, не может проехать. Сука, заебали нахуй! Ебать, как вы прокололи мне колеса, блять, ебаные снайпера! Бля, как тут проехать? Я вообще понятия не имею. Блять, засунь свою винтовку себе в жопу, сука! На, сука! Прочищаем засор, пошел! Да, блять, вы охуели! Сука! Если бы не Квантум, я бы туда не залетел. Пошел в жопу, падла, я бомбит за тебя, заткнись. Похуй, поеду, блять, на проколотых. Спасибо, Квант. Заебали, нихуя я в знак не проехал. Я тебя проехать не могу из-за гребаных ментов. Какая же хуйня. Пизду, у меня одни диски остались. Ааа, диски Юры Шатунова. Отлично, найс, найс. Ты финишировал хоть? Нет, я не запрыгнул. Они понаставили своих обоссанных тачек. Давай до точки и все, я возрождаюсь опять. Это impossible. Блять, я в толпе копов появился. Пизда, да вы шутите. Только попробуй проколоть мне колеса. Добаный коп, это какого хрена дети так вы. Это жесть, ребята, это просто настоящая жесть. Просто в канале. Ебать! Они на трамплин на туре загородили. Я тебе говорю, там, наверное, минут сейчас очень долго все это мучится, наконец-таки из тюрьмы выпрыгиваю. А можно их как-то взорвать нахуй, там гранату кинуть или еще что-нибудь? Нет. Да блин, ребят, серьезно. Харе. Нормально же общались! Зачем ты загорелся? Мне хоть колеса еще не пробивали ни разу. Я-то тут вообще не виноват, он сам загорелся. Да-да-да, пизда тут. Тут пизда. Воу-воу-воу. Хелдор, тебя так убили, чё ещё? Воу-воу-воу-воу, там все взрывается. Нет, я уже на финишной прямой. Да? Нифига себе, ведь очень долго ехать до финиша. Капец. Тут просто пиздец. Я тебе говорю, это жесть. Давай, давай. Блядь, нет. Давайте, пацаны, помогайте мне, хакеру. Ну, блять, нет, вы неправильно поняли. Пизда, я боком стою. Давай, давай, мы тебя толкаем. И твой меня боком, блять, поставили. Там еще один чувак застрял. Тут на финише тоже копы стоят, хрен проедешь. Серьезно? Да-да-да. Там возможно еще первым приехать или нет? Нет. Или никак? Мы же финишировали, давно четвертый там финишировали. Да, давайте! Дружно вдарим по этому пидору. Да, вот, я вижу, где финишная прямая, вижу. Давай, давай, давай! Нет, чувак, извини, ты тут лишний кыш, нахуй. Миша поехал, блять, пизда, куда я приехал? Миша поехал? Да, открывай ворота! Тут нельзя проехать, блять. Ворота, надо прыгнуть прям с разгона там. Я а там это невозможно. Тут давай, блять, чувак, ты серьезно? Зайцев, Алекс. Ну, давай, Зайцев, разгоняйся. Уверенный и полон сил. Нет, блядь, не победи. Да! Я перепрыгнул непонятно Миху, куда. Михукин плюс один. Ебать, я на крыше. На какой-то. Господи, ты что за дерьмо? Я в тюрьме. Происходит? Внутрь можно спуститься или надо куда-то перелететь? Пацаны? Ого, тут на финиш хрен залетишь. А, да, нормально. Побег из тюрьмы. Вот ты испугатенька. А как ты на финиш залетел, Сань, вопрос вот такой? Я не залетел. Хелдор, мастер по залетаниям.
Да, ну, короче, есть еще шанс выиграть. Все. А, то есть не все потеряно, да? Да, еще можем выиграть. Давай, поднажми. А я знаю, как я по-еврейски поступлю. А ты не проплывешь и не проедешь сбоку. Еще никто не финишировал, что ли? Нет, там, короче, менты перегородили опять все, там очень узко. Там? Да, 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 именно там. Там очень узко. Я люблю такое. А, я все время... Все же в воде валяются, все плавают уже. Я все время на полоски с шипами наезжал, они, сука, еле видимые! Куда ты бордуешь меня? Ты вообще знаешь, кто мой папа? Геодезист он! Геодезист! Еще одни педрилы стоят. Я тупо не попал, я долетал, но я не попал, вот финиш. Киржаков, что ли? Нахуй иди. Ненавижу белых. Иди нахуй. Оу, ты чё, расист-то такой? Хотя он больше на мексиканца похож. Да какого хрена вы меня столкнули, паску? Слышь, он кричит, ты задрот. Я долетел практически. А теоретически? Блин, еще шанс. Короче, есть шанс приехать седьмым. Вот боремся за седьмое место. Ого, я 11-й уже. Да? А надо в воду, что ли, долететь? Или Супер! Пипец, блин. Ты же там за нами как-то наблюдал. Как наблюдал? Что, не финишировал? Да. Хочешь сказать, что Миша попутал что-то? Да, Миша попутал вообще все. Пока вы не припёрлись на мой финиш, было всё... Я тебя финишировал! Откуда такая? Восьмым. Хера там уже народу финишировал. Я тебе говорю, уже 20 секунд осталось. До конца. Сука, вы серьезно? Тут уже финиш. Я не успею долететь до финиша. Блять, тут еще и Халдор. Я сел на пузо из-за тебя, Халдор. Пизда, я не успею, не успею, не успею. Я сбитал.